В общем, проснулся, еду. Сегодня 3 месяца. Болгария. Какой план? В общем, прошел паспортный контроль. Сижу в БАТ. Взял 7.03 за 350 рублей. Не за 300. Жду вылета, который будет через 2,5 часа. Самолет разворачивали на взлетной полосе. Видимо, они пытались что-то согласовать, потому что, по слухам, закрыли уже Варна, город второй по крупности на побережье. Туда уже не пускают никого. И, может быть, мы вообще сегодня с вами последний самолет, кто вот так вот смог долететь. Вот, собственно, так вот выглядит этот мегагигантский аэропорт в Кургасе. Вот там дорога, развязки, рядом с развязкой мой автобус. Вообще, конечно, очень сложно мне далось в последнее время. Не то чтобы сложно, но, знаете, такое не на своем месте, когда ты находишься. Как-то так. Вот такая обстановка. Никого, как видите, нету. Абсурд, но сейчас мне даже здесь больше нравится, чем когда я сюда до этого ездил. Может быть, это просто связано с тем, что у меня сейчас полно времени. И как бы всегда может что-нибудь распланировать свою жизнь как-то.